Ну что, ребят, продолжаем. В прошлой серии мы как раз на этом месте с вами и остановились. Всем ку, кстати, да. Так, давай смотреть, что нас тут с вами ждет. Тут, по идее, где-то зомбаки должны быть. Давай смотреть, где эти зомбаки и что здесь. Что здесь по ресурсам? Может, здесь где-то животные будут? И у нас шкура как раз появится. Так. Ага, потрошки. А потрошков у нас с вами уже... Как говорится, полные карманы. Так, я буду параллельно лутаться. В любом случае, мне металл это... Ага. Вот там зомбак стоит. В любом случае, мне металл нужен. Как ни крути. Это я тоже заберу. Так. Воу-в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 оу. Это что такое? Отойди. Йоу-моё-йоу. А это зомбаки или что? Это кто такие? Я ж растерялся. Я ж растерялся. Ты где? Алло, отстань, пожалуйста. Ты что, издеваешься? А можно не так жестко? А что тут с этим... Со стрельбой, разработчики, можно как-то это все пофиксить? Ну это бред. Так, перчатки. А ну, а ну. Та, ты шаля, какая красота, но не. Ладно, забрать все. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Как говорится, сор, извиняюсь, но я привык в пабге лутаться. Постоянно. Так, надо в упор это делать, я ничего не вижу, если честно. Честно, я ничего не вижу. О, а давайте попробуем гранатку. Давай попробуем гранатку. Как она себя будет чухать? Так, дай сюда. Бензин, хорошо, отлично. Так, оно. Дон достали библиотеки. Сейчас ты меня постреляешь, падла. Только дай я тебя увижу сначала. Лови. Все? Не? А что это за снайпер такой? Что это тут у нас за снайпер? Ты где? А вот это уже плохо, ребята. Это уже плохо. Ага, да-да-да. Это уже плоховастенько. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Там же беда-печаль, что я могу сказать. Там же уже. Тут два варианта. Либо мне сейчас вплавь плыть просто туда и там оставлять катамаран, либо... Либо-либо. Хорошо. Ладно, хорошо, что я здесь оставил все. Ну да, мне же там патрушки остались вместе со всем этим делом. Ладно, берем дробовик, берем эту. Берем побольше еды, если у нас с вами есть. Еды у нас с вами нет, да? Да, да ладно, забираем клубнику. Отправляемся обратно. Я ж не ожидал, что меня так сразу вынесут. Так, забираем все вот это вот. Ну, не знаю. Да. Да, наверное, да. Да. Давайте, наверное, когда я буду уже на том острове, мне сейчас вплавь это все плыть. Блин, а по времени я не успею, уже 6 часов, сейчас темнеет. Угу. Так, хорошо, хорошо, дай посмотрю. У нас и энергии мало, нам бы поспать бы, да? Короче, давайте так, сейчас я нажму на паузу, дождусь где-то часиков 8 игрового времени. Лягу спать, поплыву на остров, как когда буду на острове, я подрублю, и мы продолжим. Я просто не ожидал реально, что нас так вынесут. И стелса тут нету, так что, ребят, не прощаюсь. Итак, ну что, я на месте. Взял все-таки с собой катамаран на всякий пожарный случай. На крайняк потом его используем, когда сюда вплавь заберусь. Еще как один ящичек.
Так, давай, наверное, мы с тобой делаем вот так. Пополняем запас. И давай смотреть. А где тут и что тут? Если честно, я пока ничего не вижу. Где эти тела были? Ну реально, я не ожидал, что меня так разберут по-быстрому. А можно мне здесь сделать стелс, пожалуйста? Ну, либо хотя бы X4 дать. Ага, вот эти, да? Это ж человек, да? Это человек. Все. Хорошо. Еще раз. Стой, а ты можешь на месте стоять? Ты можешь, пожалуйста, стоять на месте? Так. Ага. Кто это? Все, хорошо, хорошо. Присесть. Закушать. Лимончик. Отлично. Все, шикарно. Шикарно, шикарно. Только, пожалуйста, не вынеси меня сразу же, как я только к тебе подойду. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихонечко. Тихонечко-тихонечко-тихонечко. Так, что у тебя есть тут что-нибудь? Так, Арчи, как обычно, лутается во время перестрелки. Так, а можно восстановить мне энергию? Сейчас дождемся, пока у меня восстановится на соточку. Хотя бы. Вы увидите? Я его не вижу, если честно. Если честно, я его не вижу. Где это тело? Где это тело? Так, если я присяду. Так, забрать все. Давай забираем. Забираем. Ага. Что у меня лишнее? Давай сюда. Блин, потрошки хочу. Чтобы его выкинуть бы такого. Скотч-то нужен, скотч, резина. Бинты, блин. Ладно, металл, наверное, оставлю. Металл, наверное, я оставлю. Давай теперь меняемся на пехоль. На пехоль, ага, у нас места нету, да? Ладно, давайте тогда, наверное, сейчас бегаем к лодке. Я выложу все лишнее. Потому что в полицейской машине еще потрошки нам, по-моему, дают. И пойдем дальше разбираться. А потом без записи придет с вами. Тихо. Алло. Алло, ты чего? Ты чего такой злой, ё-моё? Надо запомнить, где он лежит. Капец, ты злой. Фу, таким быть. Так, давай все слаживаем. Не, кроме еды, наверное. Кроме еды все слажем. Так, винтовку убрать, патроны для винтовки тоже убрать, нужно будет потом их выложить. Копье мне лишнее, здесь не надо. Это пусть будет. Все. Так, пехаль, побежали. Я не могу понять, чего я бежать не могу. Почему я не могу бежать? Так, забрать все, отлично. Это что такое? Жажда плюс энергия. Все, отлично.
Останавливай здоровье. Пойдем искать того, который в меня стрелял. Ага, музыка началась. Во, потрошки, потрошки, металл. Металл, потрошки. И части оружия какого-то дали. Так, присели. Тихо, 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 тихо. Ну нет, у меня тут нету. Давай взять все. Чтоб исчезла моя иконочка. Так. Тихо. Покажись, откуда ты? Откуда ты лупашишь? Просто, ага. Вот ты где, да? Я вообще вас попадаю, либо не попадаю. Как они меня сквозь текстуры, сквозь все лупашат. Так, где вы? Вот где оно стоит? Вот где это тело стоит? Стой! 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 Это опять начинается, как позапрошлой серии. Ладно. Ладно, ладно. Очередная пауза. Как только доплыву, вплоть так сразу. И включу запись. Не поверите, я таки это сделал. Я, наверное, опять раз 8 туда-сюда плавал, как тюлень. Все. Всех зачистили. Всех разобрали. Идемте скинем все лишнее с этого, как его, с моего рюкзака. И пойдем посмотрим, что тут такого прямо на этом острове, что они его так охраняли. Надеюсь, что челиков больше не будет. Как же меня вот это вымораживает, что ты сел за куст. Ты вроде его не видишь, а он тебя видит. Ну это бред. Не знаю, разработчики, сделайте что-нибудь с этим. Либо сделайте хоть какой-то стелс, либо что-нибудь сделайте. Так, не надо мне цвет менять, меня зелененький устраивает. Так, перчатки не, да сразу не. Винтовку, наверное, сразу запрячем. Давай дробовик, мало ли, может, опять сейчас откисну. Так. Хотя, ладно, давай дробовик тоже спрячем, с пихлем побегаем. Все, и поплыли к этой лодке. Попробуем залутаться. У меня реально чуть не подгорело от таких вот моментов. Так, нет бензина. А где этот ящик? Вот ящик. Блин, это здесь место. Здесь место маловастенько. Зато лампочку нашел. Люстру надо будет повесить. Не забыть. Так, потрошков, конечно, я потратил уйму. 35 штучек осталось. Было 70, осталось 35. Ну ладно. Я думаю, либо нафармим, либо это, как его, попробуем сделать. Так, давай тогда смотреть, что нас тут ждет. Что же охраняли эти челики здесь. Блин, ну если здесь вообще ничего не будет, я подгорю. Так, давайте, наверное... лимончиком закусим. Косточки выкидать не будем, пригодятся. Так, где тут, кто тут, что тут? Давай смотреть, есть ли тут что-то залутать. Ну, кроме металла, вот этого хлама. Если тут что-то интересное. Так, сюда могу запрыгнуть? Нет, не могу. А значит, мне сюда и не надо, правильно? Раз не могу. Так, здесь вроде ничего нету. Я тут где-то ящик видел, хотел его залутать. Где он? Где-то. А, вот и вот помоечка моя. Вот ты моя помоечка. Ага. Та ты шо ля, как я, ну.
Вообще, да? Ну. Ну, не знаю. А это что такое? Юбка-карандаш. Да. Ну ладно. Пусть будет. В принципе, пусть будет, мало ли пригодится. Мало ли пригодится, правильно? Так что пусть остается. Так. Ну что, я даже в дома не могу зайти, да? Тут столько всего, я не могу даже в дом зайти. Ладно, давай смотреть, может тут что-то есть. Блин, надо, наверное, все-таки от игрули чуть-чуть отдохнуть, либо... Либо что-то новое попробовать позаписывать, или просто... Просто отдохнуть. Потому что мне реально чуть не загорело. Ну сколько можно, а? Угу. И тут пусто, да? Пусто-пусто, вообще не густо. Зачем делать такую большую локацию, в которой вообще ничего нету? Нет, то, что я люстру себе нашел, это конечно, прикольно. Спасибо вам большое, разработчики, но... Можно ли мне что-нибудь более весомое? Могли хотя бы какой-то там, не знаю, X8 тут оставить? Или что-то типа в этом роде? Прикольненько. Так, идем наверх. Может, здесь на острове есть животные? Как вариант, да? Надо будет потом туда сбегать, посмотреть. Только давай, наверное, сходим на мосты. Так, дерева сколько здесь много. Я же могу тебя добыть, правильно? Ага, могу, проверяй. А тебя? А тебя могу, но нам дерево пока мест не надо. С деревьями у нас проблем нету. Мутанты, согласен. Это были не люди, это были мутанты, я не знаю. Так, ну, в полицейской машине мне сейчас, по идее, потрошки должны будут выпасть. Так, здесь у нас что? Место у нас есть? Да, место у нас хоть отбавляй. Потрошки для пистолета. Сколько штучек у нас теперь с вами? 44. Ну, в принципе, неплохо. Мало, конечно, но ладно. Блин, ну если бы они еще не прятались, знаете, зетки, за кусты, где я их не вижу, было вообще лучше. Потому что они меня видят, а я их вообще от слова забей. Ну, быстрее, давай. Умничка. Так, ну там тоже металлолом, да? Или это полицейская машинка? Это полицейская машинка. Ну давай попробуем. Аккуратненько так. Во-во-во, почти даже и не повредил ничего. Бензин. Ну, в принципе, неплохо. Надо будет до темна сходить сейчас в остров этот посмотреть. Возможно, даже можно было бы сюда переехать. Я же здесь могу строиться. Да, могу. Может, даже с вами мы сюда переедем. Конечно, у нас будут соседи вот эти вот челики. Они будут респиться по-любому, я уверен. Но зато здесь равнина. Так. Все. Можно ли мне здесь найти какое-то животное, либо какую-то шкуру? Здесь бы, да, было бы неплохо поселиться. Но мы далеко с вами... Ого, где мы заплыли? Короче, вот это, походу, где-то... Где-то вот это вот наш остров. А мы прямо вот здесь, на краю. Да тут речка прикольная какая. Такое маленькая речушка, озерцо, да? Будем тут рыбу выращивать с вами. Не знаю, посмотрим. Может, и не будем переезжать. Мне-то, в принципе, того...
острова-то хватает за по глаза, если честно. Так, что у нас тут? О, надо немножко лимона понямать. А где мне шкуру добывать? Я хочу узнать, где мне добывать шкуру. Шкуру животных. Где? О, грибочек. Но у нас места нету для грибочка. Даже нету, что и выкинуть. Ну ладненько, мы тебя потом заберем. Блин, какой остров прикольный. Вот и изначально меня на такой остров бы закинули. Я бы себе такую базку тут отстроил бы, да? Ага. Тю-тю-тю-тю-пу-тю-пу. Так. Давайте туда сидим. Все, забрали. Не, червяк джин мне не нужен. По полной запасы продовольствия съели. А дома у меня ничего и нету. Надо бы, наверное, сейчас удочку сделать. И рыбы себе наловить. Нет, тут ничего нету, видите, ни животных, ни никого. Ни кошечки, ни собачки. Блин, зато вид красивый какой. Реально здесь бы базу себе отстроить бы. Ух. Мы бы тут с вами развернулись бы. Ладно, бегим, наверное, домой. Что по поводу удочки, кстати? Где она? Где наша удочка? Где-то я ее видел. Где-то я видел эту удочку. Только где? А, вот удочка. Надо будет веревку одну сделать дома. А хотя, давай... Давай, наверное, мы сейчас... Как мы с вами сделаем? Мы сделаем чпуньк. А дома уже... А веревка сколько надо? Одна штука. Дома выложимся. Я возьму с собой... Червячков, пойдем на пирс к нам и порыбалим, либо порыбачим. Крица, как вам будет угоднее, порыбачим немножко. Ну все, в принципе, здесь ничего и нет. Я зря сюда 8 раз плавал. Окей, игра, окей, спасибо тебе, спасибо. Но место неплохое там, да? Именно на берегу. Просто если я сейчас сюда поселюсь, если я перевезу все вещи, все тут это все, что не нажито непосильным трудом сюда, но это займет у меня где-то сутки реального времени, а я не хочу, мне лень. Будем выживать на той баске. Так, давай, наверное, мы с тобой отправимся домой на этой лодочке. Все. А потом я без записи приплыву за катамараном. Так будет быстрее. Сейчас как раз попробуем сделать удочку и посмотреть, ловится ли рыбка, либо не ловится. Ну, пока у меня будет там этот клубника и лимоны расти. Тем более, у меня штук 20, по-моему, червяков есть. Думаю, должно хватить. Так, что у нас тут осталось разведать? В принципе, немного места, да, осталось разведать. Но если взять, не знаю, слышно ли не слышно меня в лодке, давайте тогда, наверное, уже что-то домой приплывем, порассуждаем немножко. Блин, я вплавь быстрее добирался. Так, косточка, да. Надо будет сейчас косточку посадить. Так, сколько сейчас? 3 часа. Ну, часиков до 6, я думаю, я успею сплавать. Ну, либо уже на следующий день. Чтоб не замерзнуть по дороге.
А по поводу топлива, ну, нормально, не знаю. Расход вроде нормальный. Самое главное, что быстрее это все происходит. 100 километров в час. Кажется, есть 100 километров в час. Так, давай домой. Садим косточку, освободим место, возьмем червячков. Так, садись, садись, садись. Вот. Все, отлично. У нас есть теперь лимончик, немножко. Косточки даже есть. Так. Куда мы повесим? Куда-то. Так, куда-то вот сюда, да? Да. Отлично. Давай мы с тобой сейчас сделаем удочку. Удочку. Чпоникс. Берем с тобой червяков. Вот у нас их много. Берем удочку сюда. И... Уля какая. Так. Чпоникс. Угу. Надо запомнить, сколько у нас. 12 червячков. И типа, чего? Сколько ждать? Рыбка услышали, скажешь. Понял, понял. Это, то есть, понял. Так, ладно, сколько у нас? 12 червячков, да? А ну сейчас. Чпоникс, все равно 12. Не, я так и не понял. Так, главное сейчас теперь еще попасть как-то, да? Бэйби. Ля! Тарпон. Ай, тарпончика поймали. Моя ж ты курочка. Ага, червячки тратятся. Хорошо. Тарпончика поймали. Так, а самое печальное, что... Что я не знаю... А где? Слышь, алло, отдай рыбку. Я не знаю, как его... Где мне еще червячка убрать? Потому что они выпадают, по-моему, из этого, только из клубники и грибов на полу, когда собираешь. Что такое? 8 осталось. Ну ладно. Ну хотя бы одну мы поймали. Мы хоть посмотрели, как это все работает. А что за бред? Алло, игра. Я ж попадаю в белую эту штучку. Я ж в нее попадаю. Дай мне рыбки, пожалуйста. Дай тропончика. Не прикалывайся. Отдай. Во, вот это я понимаю. Красный остроглаз. Ля, мы еще разную рыбу ловим. Вообще. Можно будет потом на лодке выплыть где-то на серединку, да? Взять себе чаю, бутербродов и посидеть просто 40 минут на запись половить рыбки. Вообще будет шикарно отдохнуть. Под какую-то классическую музыку. Ага, понял. Ладно, все, мы с вами разобрались, как эта штука работает. Давай, убирайся, пожалуйста. Идемте, мы с вами пожарим сейчас рыбки. Во, ля. Да? Вообще. Огонь. Давай, наверное, мы... Что мы будем делать с тобой? Нет, не туда. Сигару. Сигару вот сюда. Это что за... Что за... Покемон. Ага, это патефончик, да? А патефончик мы с тобой поставим, наверное... Наверное... Наверное, патефончик... пусть на диванчике, да, стоит пока месяц. А ну. Во. Ну, почти. Да, почти на диванчике. Ладно, пусть стоит. Мне, в принципе, как-то... Как-то ладно, да. Так, что я хотел? Я хотел положить все на место, чтобы нам ничего не мешало. Железо, конечно, у нас с вами. Как
как у дурака Маркорки, да? Так, стекло, компоненты, тряпочки, скотч, блин. О, юпочка, самое главное, что юпочка у нас с вами есть. Так, чтобы его такой взять бы. Давай, наверное, дерево уберу, потому что с деревом у меня-то проблем тут нету. Так, микросхема, давай сюда. Резину тоже, все, да? Хорошо, давай запрячем. Это мы ложим сюда. Ага, это меня уже раша, да? Это меня уже раша, я смотрю. Правильно я понимаю. Во-во-во, да-да-да. Кажется, кому не спится в ночь глухую. Понимаешь, в чем прикол? Он с воды стреляет. Так, где ты? Ага. Ага, да, по-любому. По-любому, ребят. Все, хедшот. Место есть. Вот видишь, в чем прикол? Вот, что это за бред? Каким образом оно в меня стреляет? Все? Закончились? А, нет, не закончились. То есть, чтобы вы понимали, сейчас я вам покажу. Вы думаете, что тут мелко? Нет, ребят, здесь не мелко. Вот какая глубина. А они здесь тупо ходят, понимаешь? Они просто в тупую пешком ходят. Ну, если кто будет играть в одиночном режиме, просто вот так сделайте изначально. И все будет хорошо. К вам никто не заплывет. Главное, подальше в воду ставьте. Так, забрать все. Здесь мы, по-моему, лутали, да, уже? Да, здесь пусто, здесь мы лутали. Да, вижу, я замерзаю, да, холод. Ну, я ж не елочка, чтобы замерзать. Все, бегу домой. Бегу. Так, что я хотел? Я там что-то вроде прятал, да? Что я там делал? Чё-то я чем-то занимался, короче. Такс. Журнальчик сюда. Чё я поднимаю сюда, что я хочу? А, рыбку, да. Так, чпуньк. Рыбку жареную сюда. Отлично. Водичка у нас есть. Водичка есть, отличненько. Так, запасы еды, антибиотики, наша сумка. Сумку дай сюда. Она здесь лишняя. Так. Тушеночка. Угу. Тряпочку. Все, шикарно. Что у нас тут лишнее? Что можно выкинуть? Сумочку, наверное, надо будет ее продать потом. Она здесь лишняя, она мне здесь не нужна явно. Идемте заберем оружие, если оно в этой лодке у меня находится. Или это оно в катамаране мне осталось? Не, куда ты собрался? Поздно гулять. Нету тут. Оружия тут нету. Так, но зато мы сможем... Почти все забрали, да? Да, ну, все, пусть так будет уже. Тихо, тихонечко.
Почти все забрали. Так, что это у нас тут такое? Это какая-то картинка очередная, да? Давай вешать, давай смотреть. Так, а если ты тут будешь смотреться у меня? А ну. Вообще по фэншую все. Давай люстру. Куда-то... Алло, отойди. Куда-то сюда посерединке, да? Включить. Закончилась энергия. Установить провод. Ага, у нас тут где-то генератор будет с вами. Да ты шоля. Вообще. Включить и выключить. Выключить. Понял, понял. Ну, до генератора нам еще с вами далековастенько. Хорошо, давай смотреть. Так, это сюда. Это кого, чего, кто, кого, где, зачем? Кока-колу сюда, тушеночку сюда. Возвращаем малинку, косточки наверх, лимончик сюда. Все, пусть будет на всякий пожарный пусть будет. Мало ли, как говорится, пригодится металл. Ладно, но зато металла мы с вами нафармили, да? Неплохо так. Надо будет потом подумать, что с деревом сделать. Либо что-то достроить, либо просто по комиссии его куда-то скинуть. Все, заполнили. Заполнили. А я рыбку одну съел, да? Да, я одну рыбку съел. Так, слоник. Давай, пусть тут слоник постоит. Во, красиво, красиво. И нам, ну, надо же знать же время, правильно? Сколько мы там вообще этим занимаемся всем. Так что, куда бы те часики наши поставить? Красивые вы мои. Так, а ну если... Если вот сюда. Да, вообще. Просто фэншуй. Не обращайте внимания, да, что оно висит в воздухе. Так, патрон для дробовика. Так, для дробовика патроны идут сюда. Патроны пистолета... Пусть остаются у нас. Давай, наверное, дерево мы скинем вот сюда. Все равно я использую его. Во, сплавили немножко. А оружие, значит, у меня осталось в катамаране. Ну и ладушки. Все, вроде... А, вроде ничего не забыли. Так, стекло, тряпочка. Эта штука... Эта штука у нас восстанавливает здоровье. Надо будет. Ага, два из трех. Ну тогда мы ее просто занямаем. Че, я тягать с собой буду. Так, резина и уголь. Все, давайте, наверное, ребят, пока мы на этом серию мы эту закончим. Я сейчас дождусь 5 утра. Сплаваю на остров, заберу катамаран, сложу все оружие, все лишнее, что там нам не нужно, послажу по ящичкам. И, в принципе, пока есть, как говорится, я думаю, можно и отдохнуть от этой игрульки. Потому что нам еще тут играть и играть, разведывать и разведывать. Но если прям сильно, по большому счету, как я изначально, когда записывал игру, я говорил, что я закончу играть тогда, когда я скажу, что я, в принципе, могу выжить уже на этом острове. Что у нас, гриль есть, металл плавить можем. Это еда растет. Удочка есть, лодки есть, оружие есть. Патрушки мы делать можем. А патрушки у нас там на втором этаже, да, по-моему? Так, а дай посмотрю, что у нас по поводу патрушек для пистолета. Патрон для пистолета. Так. Бездымный порошок. А бездымный порошок у нас делается из этой штуки. А у нас, по-моему, где-то даже есть бездымный порошок. Сейчас посмотрим. Так что, в принципе, по большому счету, мы игру с вами... Прошли, я думаю. Как вы считаете? Или еще хотя бы пару серий позаписывать. Так, патрушки. А что мне надо? Медный слиток. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Интересно, поскольку штучек она будет делать. Чпоник. Так, по 15, да? Это ж эти? Патроны для винтовки. Алло. Не надо мне для винтовки. Мне надо вот эти для пистолета. Чпоник, чпоник, чпоник.
Шпуник, шпуник. Все, у нас с вами опять 100 штучек. Ну, для винтовки пусть тоже будет. Ладно. Они у нас, по-моему, здесь находились. Так что, как это так, не знаю. Пишите комментарии, стоит ли дальше продолжать эту игрулю. Развивать наш остров. Развивать, получается, технологии, добывать это все и кататься, смотреть. Или, в принципе, харе и можно что-нибудь другое. Так что все, как говорится, зависит от вас. Все, ребят, всем мур-мур. Я поплыл, а вам пока-пока. И если что, тогда потом